Там же было заявлено, что официальное приглашение о вступлении в Альянс получила Черногория. Глава ее МИДа назвал решение историческим, хотя все последнее время в стране не стихали митинги как раз против вступления в НАТО. Процедура займет около 1,5 лет. В российском МИДе неоднократно заявляли, что решение Альянса ударит по системе безопасности в Евроатлантике.